Эпидемия гриппа надвигается на Нижегородскую область. Вспышка ожидается во второй половине января. По данным регионального Роспотребнадзора, сейчас уровень заболеваемости гриппом снижен примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Рост числа заболевших ожидается к концу января. Вся лабораторная база и вся госпитальная база готова к принятию повышенного количества заболевших. Министерство здравоохранения ежегодно обновляется приказ о порядке госпитализации, то есть в зависимости от поступающих больных будут разворачиваться дополнительные койки. За первые дни этого года уже зарегистрировано 35 случаев заражения. Рекомендуемые меры предосторожности заболевания – прививка от гриппа и соблюдение личной гигиены. Анна Селезнева, Время новостей.